Так, горожане, сейчас для вас будем проводить инструктаж, как запустить двигатель на МТЗ-82. МТЗ-80 даже. А у тебя что, передок не ведущий, да, получается? МТЗ-80, сорян, ошибка. Первым делом берем понюжало. Проверяем, чтобы трактор был всегда на нейтрале. Обязательный момент. Теперь будем понюжало наматывать на маховик. Как это? Пускач. Да? Пускач работает у нас на бензине. Двигатель трактора работает на дизельном топливе. Процедура несложная, но ответственная. Это сначала декомпрессор включил, да? Нет. А что так легко все крутится? Там, да, декомпрессор открыт. Открыл, да. Теперь декомпрессор закрываем. Что делаем дальше? Краник топлива. Подсосик. Ну, с первого раза возьмет. Схватил, но не запустился. Давай еще разок, и может быть Веган запустится. Пускач вроде ПД называется, да? ПД-10. А двигатель? ПТ. Ну вот, который установлен, дизель. Д-240. Сколько лошадей? 80. 80 лошадей. Все как... Прицеп, прицепляем вот эту лодку и едем на рыбалку, точнее на охоту.